Итак, всем привет, ребятки. Сейчас вам я засниму мукбанг. Сейчас заварила себе тайскую лапшу. Вот от нее тайский соус и арахис дробленый, жареный. Еще к этому всему я купила соевый соус. Вот. Не знаю, получится что-либо заснять, пока что лапша заваривается. Вот такую вот лапшу я заварила себе. Конечно же, я ее буду пробовать первый раз, но не знаю. Она наподобие как фунчоза. Она идет с тайским соусом, с ананасами и тамариндой. Я не знаю, что такое тамаринда. Вот. Комфортную яркость и оттенок цвета из палитры. У нее идет такой вот очень большой тайский соус. Здесь 60 грамм. И вот такой вот арахис. 5 грамм. Вот. И к этому дополнению я купила соевый соус. Только я не догадалась купить палочки. Придется мне кушать вилкой. Вот. Но ничего страшного. В общем, что смогу, то буду снимать, потому что мы с бабушкой. Вот, еще мне сейчас бабушка приготовит чай с лимоном и глазированные сырки. Она не принесет. Вот. В общем, все это я брала в китайском отделе. Есть у нас такой магазин один, где там есть китайский типа отдел. Ну, японский, не знаю. Сейчас еще надо пробовать соевый соус, но это уже потом с лапшой. Еще я прочитала на инструкции этой лапши, то, что у этой лапши надо сливать воду через 3 минуты. Потом добавляешь все ингредиенты, которые там были, то есть тайский соус и все такое. Это лапша не как там лапша удон, вот и все такое. Я сейчас уйду от бабушки. Мы с ней сейчас в зале, и я уйду от нее в спальню, в свою. Так, сейчас вас поверну к себе. Вот. И я от нее уйду в свою спальню, и там я вам засниму нормальный мукбанг, потому что бабушка там смотрит свой сериал. Вот. И все такое. Вот. Как раз Тимошка ко мне придет. Тимоша прям вообще огромный вырос. Вот такая лапша. В принципе, вкусно, ребят. И, кстати, кто ни разу не пробовал вот эту тайскую лапшу, рекомендую всем попробовать. Сейчас я солью воду и покажу вам, что она себе представляет. Уже в спальне я все расскажу и покажу про эту лапшу. Она в нашем магазине была 3 видов. Я взяла розовенькую. Вот. И воды здесь надо наливать по отметочке. Здесь есть такая специальная отметочка. Сейчас я возьму вилку. Вот. Что-то я не догадалась свою вилку взять. Ей придется еще одну брать вилку. Вот. И здесь, типа, получается, надо заливать воду по отметке. Потом ждать 3 минуты. В общем, все такое. Итак, ребят, посмотрите на этого Тимошку. Посмотрите на этого Кошкина Тимошкина. Итак, я всю воду слила. Вот такая вот красивая беленькая лапшичка. Просто посмотрите на этого гиганта. Он очень огромный. В камере он чуть меньше. Итак, а вот это моя спальня. Итак. Мне что-то какой-то страшно туда арахис какой-то добавлять. Мы сейчас посмотрим, что это представляет себе арахис какой-то. Мне кажется, это просто обычный арахис. И правда, обычный арахис соленый. Добавляем весь. Весь добавляем. Я все добавила. Вот. Здесь, не знаю, освещение не очень прикольное. Вот так.
какой-то тайский соус. Если честно, я реально первый раз пробую эту лапшу вообще. Вот. Я вообще не знаю, что этот тайский соус себе представляет. Я вообще решила взять, так как он недорогой. Он стоит 139 рублей. Это тут все вместе. Кроме соевого соуса. Тайский соус очень вкусный, он со стринкой. Его можно даже кушать с пельмешками. Вау. Теперь я понимаю, почему у этих японцев, китайцев лапша красная. Потому что они добавляют все вот эти вот тайские, китайские добавления. Господи. Это пахнет очень вкусно. Всем рекомендую. Я сейчас добавлю еще соевый соус. Очень вкусно. Как будто бы здесь какое-то добавление томата. Не знаю, попробуем сейчас. Пока что без соевого соуса. Везде, где можно, запросил информацию по поводу нас. Не знаешь, когда я сейчас. Кстати, прикольно. На ресепшене сказали, что в соседнем отеле есть генератор, можно туда сходить. Не знаю, конечно, это лапша на любителя. Но соус не рекомендуют брать так очень много, как я, потому что он дает очень большую горчинку, остринку. Вот, и как-то привкус еще томата. Сейчас почитаем состав. Потому что здесь 100% есть томат. Вот еще здесь такая вот есть пимпочка. В общем, нашли тело женщины. 15 километров южного шоссе, недалеко от поворота на деревне Холщевики, изнасилованная убита. Без полоса. В общем, надо выехать на опознание. Пробуем с соевым соусом. Лапша из-за этого соуса, из-за тайского соуса, стала не очень вкусной. Хотя вот такой пробуешь. Вроде бы тайский соус вкусный. Вот я и решила добавить. Вот. А теперь... Не знаю, на любителя соевого соуса, как будто я вообще не добавила. Сейчас налью в крышечку. И... крышечку буду макать. Тимошкин, ты чё ко мне пришёл? Из-за тайского соуса весь соевый соус перебивается просто и всё.
соевый соус. Вроде бы такой вкусный, но очень-очень соленый. Если выпить крышечку вот этого соуса, он вообще пересоленый. То есть, если пробовать большое количество соуса, то это вообще жесть. Короче, я не особо доволен этой лапшой. Но теперь вот это все количество придется кушать. Я ее буду кушать вместе с вами, потом посмотрю, сколько я ее ела. Сколько минут. Как раз расскажу, может быть, под конец распробую. Не знаю, я бы никому не посоветовала такую лапшу из-за этого тайского соуса. В принципе, вы можете взять. Вот. Но опять же, не добавляй тайский соус. Ну, я беру такую лапшу первый-последний раз. Вот. Потому что я бы такую лапшу никому не посоветовала. Вот так она выглядит. А сейчас, ну, сейчас я ее распробовала. Вроде бы вкусно. Там вроде бы, не знаю. Особо вкусно, но уже никуда не денешься. А еще, надеюсь, в этом влоге, если у меня получится и телефон отключится, то у меня в этом влоге будет распаковка для Барсика. Вот, в общем, я купила лечение. Лечение для Барсика. Мы сейчас с ним на лечении. Вот, встали. Заходила сегодня в ветклинику. Вот. Он мне прописал, что надо купить. Я все это все купила. Что он прописал. Вот. Я очень рада, то, что это зашла. Вот. И купила на 448 рублей лечение. Чек и все остальное я покажу. Вот. Ну, пока что кушаем с вами. Очень сильно печет, во-первых. Во-вторых, не очень прикольный привкус дает мне этот тайский соус. А еще хочу вам рассказать, что я купила. Вот, и, конечно, вам все дословно не могу сказать, потому что я половину не помню. Но я помню то, что я ему взяла биоошейник от блох клещей. Потому что у нас появляются блошки. Вот, далее капли в уши. Все остальное я не помню, что я ему там купила. Купила достаточно нормально. Вот, и достаточно нормальную сумму. Вот, и я потратила 448 рублей. Вот, и то есть это ему типа как на день рождения. Мне не хочется мешаться в ваших отношениях. Не дай. Нет. Я сейчас буду пробовать вот такими вот порциями кушать, чтобы быстрее все захватилось. Я не могу. Если получится, если у меня достаточно будет времени, я часов 10-11 вечера
буду купать Тимошу. Надеюсь, что я засниму видео. Я не знаю, как так это японцы едят или китайцы, кто там это ест. Это просто невыносимо. Но если есть быстро и большим количеством, то непонятно вообще, что я ем. А так все равно вроде понимается. Я стараюсь вам что-то показать, что-то рассказать, а не получается мне охота быстро все переживать. Барсик. Барсик. Я его называю Барсиком. Барсика я называю Ричардом. Путаю всегда. Мне надо хотя бы съесть еще вот такую вот порцию, чтобы осталось хотя бы немного. Это надо иметь очень большую бутылку воды, чтобы это все съесть. Ну, я борец. Это будет для вас челлендж. Вот я вам обещала челлендж, вот вам и челлендж. Что вы на меня так смотрите? Я еще маразм не подала. Я придумал название. Челлендж на выживание. В принципе, я уже привыкла. Ну, никому бы не посоветовала. Но она на любителя. Извините, я хотел вам помочь. Я запутал. Спасибо, спасибо большое. Вы очень помогли. Паша, что ты не сказал, что вы знаете, сколько я? Не говорил, по-моему. Нет, Вася, не сказал. Ладно, Олег, это что, важно сейчас? Да, это важно. Она боялась высоты, ее в горку тащить. Нам не сказала. Это вообще невкусно. Плохое настроение было. Я пойду сейчас хожу за водой. Если после воды я не захочу, я это есть не буду. Я это лучше выкину. Нет, ребят, это отвратительно. Это очень отвратительно. У меня есть сладкий коктейль. Шоколадный. Вот. А еще хочу устроить челлендж. Всякую пробу. Вот, для этой пробы я много что купила. Вот, хотела на челлендж эту лапшу оставить на следующий челлендж. Ну, просто так, это проба, это не челлендж, это просто обычная проба. Вот, рекомендую, не рекомендую. Эту лапшу вообще не рекомендую вам, ребят. Еще купила какие-то Мелориди. А вот какие-то бисквитные глазированные мини-рулетики. Здесь их 5 мини-рулетиков в упаковке. Они с соленой карамелью. Вот такие. Далее купила еще мини-рулетики. Они уже были подешевле. Тоже с карамелью. Что-то не верится, что там будет нормальный карамель. Вот эти стоили 152. А вот эти 245, по-моему.
Эти рулетики я буду пробовать первый раз. Что те, что те. Я пробовала только с вишней. Мне не понравилось. Итак, вроде бы коктейль мне все сбил. Я хочу еще. Все равно остринка стоит в горле. Я больше не буду лапшу. Вообще никогда в жизни. Поэтому рекомендую лучше попробовать. Может быть, кому-то и понравится, потому что она реально на любителя. Вот. А кому-то может и не понравиться, потому что она реально, ну... Кому как. Вот. И особо... Не рекомендую. У меня живот полный. Вот, закупочка у нас с бабушкой сегодня была просто жесткая, потому что в автобусе народу было много. Вот. Далее. В магазине я выбирала себе нижнее белье. Вот. То есть лифоны, так скажем, чтобы не заблокировали. А вот, купила себе два лифона. Такая новость. А вот, и, короче, купила себе два лифона. Вот. А, пока я это все мерила, еще хотела какую-то кофту. Ну, не знаю, завтра еще съедем, посмотрим. А вот. И получилось так, что, типа... просто поломойка, то есть уборщица, она просто мыла полы и прошла мимо нашей раздевалки с бабушкой. Ну, я как бы мерю кофты, да, и бабушка будет смотреть. Вот, и мы что с ней, типа, разговорились и разговариваем с таким тоном, то, что, типа, похоже, что мы как бы с ней и ссоримся, и, типа, как бы смеемся, вот. И проходит эта уборщица и просто, типа, такая говорит: «Вы зашли в раздевалку вдвоем зачем?» Ругаться? А зачем мне это надо? Бабушка не выдержала и типа такая говорит: мы как бы не ругались, мы как бы типа просто обычно разговариваем, вам говорит, типа, какое дело, вы полы моете, вот и моете. А вот, типа, ну просто так нормально, типа, сказала, да. А вот, как бы, ну зачем в чужие разговоры, как бы, лезть, да, моешь ты полы, как бы, иди, мой дальше своей дорогой. Вот. Тимошка уже в ванну залез. Вот. И типа все. Она замолчала. Мы подходим к консультантке, к кассирше. Вот. И говорим, типа, ей. Вот. Она говорит, нам прям такая кассирша хорошая попалась. Она типа такая говорит: ладно, хорошо, я типа скажу. Вот. И потом все, мы просто пошли потом чехлы посмотреть. Бабушка себе там чехол подобрала на телефон. С телефоном она ходит с моим старым. С Honor 8S. Вот. Ну и все, типа, мы такие просто. Потом мы пошли еще в два магазина. Вот. После этих двух магазинов я пошла в ветаптеку. Вот. Все там поспрашивала, все купила. Вот. Кстати, я купила картину по номерам. Как раз сейчас вам сделаю распаковку. Все равно больше эту лапшу не буду. Так, ребят, если что, я в колготках. Меня особо не баньте. Вот такой вот с фикс прайсом у нас пакетик. Вот. И с фикс прайс у нас. Так, Тимошкин. Это картина. Вот. Вот такая вот картина по номерам. И бабушка сказала то, что ей нравится вот такое. И ей это подходит очень под интерьер. Поэтому сегодня в 12 ночи я буду это все делать.
Сейчас я пока что распакую и вам покажу, что внутри находится. Может быть, кто-то видел такие картины в Фикс Прайсе, но не знает, что в этом находится. Вот, и поэтому я вам хочу показать. Стоила она 250 рублей. Покупала я ее в городе в Фикс Прайсе, там же, где и покупала Таня. Со зрением у меня, конечно, плохо, но такие маленькие циферки я, конечно, за всю ночь и за завтрашние полдня не раскрашу, но еще останется на следующие выходные. А вот такая вот картина. Там написаны номерки. И под каждые номерки там даются краски, на красках номерки и далее все. Еще у нас входит вот такой вот там как бы шаблон, так скажем. Вот. Может быть, типа просто для рассматривания и нахождение номерков, которые вы не видите на этом. Но я уже рисовала такую картину, только лошадь. И я просто этот шаблон выкидываю. Вот. Далее здесь входит кисточка и всякие краски. Вот тоже по номеркам. Я это пока что все уберу, чтобы это все не запачкалось. Вот. И как раз здесь не входит. Все из-за шаблона этого. Вот, как раз, чтобы она не испачкалась, я сейчас вам пока что покажу, что я купила в ветаптеке. В эту ветаптеку я хожу уже не первый раз, и хожу я всегда туда, потому что в нашем зоомагазине центральном Фламинго там объясняют очень хорошо про улиток, про попугаев, про черепах и так далее, но они очень плохо объясняют про котов и про собак. Вот, она ничего толком нам не говорит, ничего. Вот, она просто тупо ничего не объясняет. Вот ей просто говоришь: дайте мне ошейник от блох и клещей котенку. Она говорит: у вашего котенка что, блохи? Это когда вот мы Тимошки покупали, у меня еще Барсика не было, мы Тимошки с бабушкой покупали. Вот. А у вас что, у вашего котенка блохи? А вы знаете то, что это очень плохо? И там начала нам мирить. Мы, короче, развернулись, пошли в эту ветаптеку. Вот. Еще вам сейчас я покажу весь этот пакет. Вот. Здесь и свет аптеки, здесь и мое нижнее белье. Вот. И все такое. Вот. Вот это пакетик свет аптеки. Вот это пакетик нижнего белья. Вот это мои духи и мои ручки. Купила в Фикс Прайсе, когда заходила покупать картину, вот такие вот ручки стирающиеся. Это сейчас не рекламка. А вот далее купила духи себе с запахом зеленого яблока. Очень-очень-очень вкусно пахнущие. Тимоша. Вот. Они очень вкусно пахнут. Вот если я на запястье брызгала, когда стояла в магазине, они очень вкусно пахнут. Это просто. Вот. И они такие нежные, сладкие. Вот. И до этого какие у меня были с ванилькой. Вообще как-то не очень они мне зашли. Вот. Но я их всех пробрызгала. Мне их хватило на месяц. Потому что я особо никуда не брызгаю. Я особо никуда не хожу. А если в школу, то брызну там один раз на шею или там на запястье. Вообще без разницы. Так, далее у меня нижнее белье. Я не знаю, можно ли ее показывать в Ютубе. Вот, как-то мне не очень прикольно показывать ее, поэтому
не буду показывать. И сейчас покажу, что я купила в ветаптеке для моего Барсюши. Вот.